Всем привет! Не спрашивайте, почему я не в зимней одежде, так как вы знаете, что новогодние праздники давно закончились. Сегодня у нас будет туториал по такому стилю интро, как интро-гифка. Что это такое, спросите вы? Интро-гифки – это что-то наподобие стиля заставок 2×2, только лучше. В этом видео я постараюсь научить вас, как делать такие интро. Что ж, приступим. Как некоторые знают, 1 сентября прошлого года мой основной канал подвергся перезагрузке. Появилось много новых изменений, а особенно поменялась шапка канала. Также в его видео высветились вставки перед другими видео, те самые интро-гифки. Ссылку на них я оставлю в закрепленном комментарии. Итак, как все же сделать похожую интро-гифку? Все очень просто. Для этого вам понадобится приложение для монтажа CapCut, интернет и, собственно, гифка. Для начала мы заходим и ищем гифку, которая зациклена на одном кадре. Найти можно любую гифку из любого мультфильма или аниме по вашему вкусу. Для примера я возьму гифку из «Ну погоди». Затем мы заходим в приложение для монтажа. Вставляем туда гифку и продлеваем на несколько секунд. Чтобы вставка получилась более крутой, мы поставим музыку, похожую на музыку из заставок 2×2. На середине в самом нижнем углу вставляем черный или белый текст со шрифтом, который вы видите на экране. Сохраняем. Все готово, но если вам мешает водяной знак приложения, то вот вам помощь, как от него избавиться и так сделать вставку более атмосферной. Заходим в другое приложение для монтажа. Находим видео с интро. Нажимаем на выбор формата и выбираем формат 4:3 или на формат размера гифки. Увеличиваем вставку до нужного формата, чтобы водяной знак не было видно. И дальше сохраняем. Вот и все. Наша интро-гифка готова. Посмотрим на результат. Надеюсь, что вам понравился туториал. Честно сказать, у меня на канале раньше не было туториалов. Но этот первый туториал был сделан по просьбе одного моего подписчика. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.